Нулевые. Скетч-шоу. 6 кадров. Било все мыслимые и немыслимые рекорды популярности. Публика обожала каждого актера, ведь все они обладали ярким комедийным талантом. Одной из любимец была красавица Ирина Медведева. После 6 кадров артистка снялась в нескольких фильмах и сериалах. Сегодня 40-летняя Ирина появляется в кино крайне редко. Все свое время она посвящает детям, сыну и дочери. В 2018-м Медведева вышла замуж за французского предпринимателя Гийома Буше, от которого и родила наследника. В свои годы звезда выглядит просто потрясающе, но это без уколов красоты и хирургии. Ирина словно молодеет год от года. У нее красивые светлые волосы, ровная кожа, обворожительная улыбка. Поклонники скучают по своей любимице и с нетерпением ждут ее в новых проектах. А вам нравится эта артистка?